Всем привет, покажу вам бой против Джон Сины. Целый час. Очень противная карта попалась. Такая вот. Ни у него, ни у меня море особо не прокачано. Играть тут надо морем для более быстрой игры. Но что-то море у нас не качанное. Авиация играть не получится, потому что у него ПВОшки сильные будут по-любому. Мои кречеты просто из-за ранга не смогут тащить. Ну и блин, что, придется играть ягами. И понятно, что и гхамом в лоб я не смогу его пробить, какой бы я быстро не был. Что пока доедешь, пройдет минуты 4, наверное, до базы противника. Ну не 4, 2 минуты. Короче, не вариант на зебкой играть. Ящики собрали, ну, больше половины, наверное. Наверное, больше. Бой длинный, будем ускорять сильно. Так, что сказать хотел? А, ухожу я в армию. В понедельник. Я отчаливаю. Не будет меня месяца 4 точно, наверное. Может, не знаю, как получится. Может, раньше появлюсь, может, позже. Короче, не будет у меня 4 месяца. Сейчас я запишу немного роликов наперед. Будут они там выходить раз в полторы недели. Может, где-то так, не знаю. Сколько получится у меня записать и смонтировать. Так что вот как-то так вот. Броником отпугнули кайманов, которые сожрали мой центр снабжения. Отстраиваю дополнительно еще два центра снабжения. Экономика нужна мощная на этой карте. А по-другому никак. Решила выйти в Яге и Альбатросы через два завода. Думал, что у меня получится таким образом пробить его Ягахам и как-то прорваться на его базу. Вот. Битва за территорию, за разведку. Ускоряем. Сейчас пока ничего интересного не происходит. Я произвожу ягуара. Попутно там кайманчиком пытаюсь посмотреть, не выходит ли в аллигатора. На всякий случай. Яги, хамелеон, альбатросы. Все, что у нас есть. И до заказа у нас идет сразу вот сюда. Занимаем. Ну, короче, почти центр карты, даже дальше получается. Произвели мы. Решил, что мне 4 альбатросов должно хватить. Кайман решил мне снести верфь, да? Здесь я заплыл своим кайманчиком, увидел, что у меня готовится ягахам с дикобразами. На пушке он потратился, но как бы они ему пригодятся. Вроде так кажется, армии нет. На самом деле здесь вот уже третий штаб войск готов. Я сейчас отправлю разведчикам. Посмотрит на это дело. Видите, атакует армию Ягахама. О, Ягадикова. Достаточно большая армия. Меня сейчас, по идее, вообще мог проиграть спокойно даже. Он, кстати, запалил мой альбатрос. Вроде как разведчиком он здесь пробежал. Ускорял, наверное, не увидели. Не показал этот момент. Ну, короче, альбатрос он мой видел. Понимает, что надо постоянно двигаться, чтобы не попасть под альбатроса. Здесь он решил в атаку пойти. Думал, что метод войском. Он постоянно так делает, почему-то, я не понимаю. Постоянно ездит всей армии разведать, что там находится. И улетает обратно. Кстати, вот потеряли мы один альбатрос. Ни бомбы не скинули, потому что промазали. Очень большое расстояние. То есть, как бы, пока альбатросы долетят через вот это все пространство, очень трудно предугадать, где будут ягуары. Поэтому я просто решил подстроить аэродром поближе. Он не решается нападать на мое войско. Боится, что тут армия большая. Все пытается дикобразами посмотреть, что там происходит. Сколько у меня ягуаров, может получится у него напасть. У него ягуаров сейчас в два раза больше, чем у меня. Если бы он это знал, он бы меня сразу продавил. Торпедная установка пальнула. Перебазируем наши альбатросы поближе к центру карты, чтобы меньше времени было для сброса бомб. Кайманом. А, кречетом я разведал, посмотрел верфь, потому что снес он мне верфь. Тут вот кайманчик решил погрызть строй двор мой. В итоге уничтожил кречетом.
Так, дальше собираем армию. Четвертый штаб у нас. Что-то он все хочет. Пытается напасть. Заманивает меня к себе, да? Здесь у него вся армия находится. Бомбить ее сейчас, наверное, бесполезно, потому что он ее по-любому переставил уже. Давайте еще ускорять. А вот я пошел в атаку. Уничтожаем диких. Продвигаемся вперед. Альбатрос у нас на готове. И тут такое вот облачко большое. Хамелеона 3 включено. Яги просто едут в туман насквозь. Альбатросы мимо пробомбили. Я думаю, они даже ягуаров не задели, как должно были. Короче, расстрелял у меня все, что там было. Я тоже пострелял по его туману. Но я думаю, недостаточно успешно. 5 ягуаров пытаемся встретить. Яги уничтожили один хамелеон сходу. Сейчас еще альбатросы скидывают бомбы. Уничтожили еще один хамелеон. И второй, последний у него сел. Остается 5 ягуаров, 6 ягуаров. А у меня хамелеон это заказ 2 ягуаров. Я уже построил здесь заводы ягуаров. Пытался держать инициативу боя на себе. Еще скидываем бомбочки. Мимо, наверное. Сейчас уничтожают нам аэродром. Уничтожаем ему яги. Ну, блин, уничтожают мне заводы, аэродромы. Теряю ресурсы. У меня тут запасные аэродромы, конечно, есть на базе, но все же ресурсы были потрачены. У него, кстати, он все-таки вышел в аллигатора. Синим бустом пытаемся уничтожить их. Сразу же ставлю 2 торпедные установки. Ну, по этому флангу мы отбиваемся. Вот здесь вот нас продавливают. У нас здесь электростанция, стройдвор, один буст. И штаба не будет. Пытаемся отбиваться альбатросами. Маленький у него слабенький очень. Спокойненько уничтожаются даже альбатросами. Так, что мы здесь видим? Здесь мы видим 3 завода ягуаров, 1 хамелеон, 1 дикобраз. В принципе, как у меня было пару минут назад, но все же достаточно опасно. Как пробивать это в лоб непонятно ягуарами. Как-то это должно, по идее, делаться ядерной ракетой или альбатросами. Ставлю вышки для обзора, чтобы дальше видеть. Подстраиваю, так сказать, ферму. Ну, а иначе мне просто не победить было бы его. Вообще никак. Ранг разница. 2 ранга разница. У него ягуар, если флоу, то вообще уже трудно что делать. Вижу тут кучу ягуаров, хамелеон. Пытаюсь прострелить. Уничтожаем хамелеон. Сразу же. Ягуар стоит на базе. Стоит на базе, стоит у себя. Ягуары разложены. Сейчас полетят альбатросы. Буст я не успел, наверное, включить. Да, не успел. Ну, ягуары мы потрепали. Штук 5 уничтожили. Не потеряли ни одного. Не, все-таки один потеряли. И еще 2 альбатроса пробомбили. Ну, мимо, насколько я помню. Все, вроде как альбатросами пробомбил, но что-то не хватило мне урона. У него тут куча ягуаров. Продавлен он меня. В итоге хамелеоны уже почти сели. Такая-то кучка ягуаров расстреливает мою кучку. Он опять начинает двигаться. Альбатросы вылетают. Но это будет мимо опять. Очень трудно альбатросам попадать. Бомбы постоянно не туда летят. Это я еще отсюда метал бомбы с центра карты. Со стороны базы это вообще невозможно будет делать. Пока он отсюда взлетит, долетит до сюда, скинет бомбы, пройдет целая вечность. Что, не знаю, альбатросами это вообще невыгодно играть, как-то получилось мне. Наверное, то, что я очень сильно не попадал. Короче, сносит мне ферму чуть-чуть. Но он решил отступить, испугался моих ягуаров. У него яги покоцаны. Ну, опять возводим здесь блокпост ягуаров. Здесь он решил контратаковать меня. Ну, что-то не ожидал, что у меня тут ягуары будут уже на центре карты. Хамелеона 3 штуки. Просто уже раскладываю ягуары. Просто собираюсь сидеть в обороне здесь. Просто хотя бы пробовать его на ошибки словить, что его зарашить нереально, мне кажется, ягуарами с хамелеонами. В принципе, потом увидите вообще какая-то дичь происходит. Да вот даже сейчас. У меня ягуары.
А он просто едет в туман мой, расстреливает мои ягуары, еще продавливает. Проезжает сквозь туман. И едет все дальше по своим делам. Батросы скидывают бомбочки, конечно. Но мимо. Ягуары у нас выжили, но вот здесь прорвались. Ягуары, они просто пытаются мою ферму убить. Еще 4 завода стрекоз. Еще завод ягуаров. Еще 4-5 заводов ягуаров. Ставлю стеночки. В итоге эти стеночки больше мне помешали. Пытаются мне пробить мою ферму эту. Ну, ягуары сразу же раскладываем, да? Нет, сразу не раскладываем. В походном режиме ломали яги. Уничтожает мне электростанция. Ну, я отправляю альбатросы отступать. Не знаю, что я сюда пробомбить-то решил. Догоняют наши ягуары все же. Эти ягуары 4 штучки, даже не 6 штучек осталось. Сейчас будем пытаться пробить их. Хамелеон включаю. Какое-то время мне это помогает уничтожить несколько ягуаров, которые здесь стояли. О, блин, он меня ломает постоянно здание все это время. И тут заказ стрекоз идет, который мне здесь контрить нечего. Поэтому начинаю производить кречеты. Сейчас очень вроде удачно. Ну, недостаточно удачно, но чуть-чуть половили, ягуар уничтожили. Но моя ферма потеряна, меня откидывают обратно на базу. Это очень печально. Стрекозы тут ломаю. Дикий хамелеон, кречеты. Короче, пытаюсь отбиться от его атаки. Стрекоз. Чуть-чуть попали альбатросами опять. Кречетом добиваем, ягуары, короче, уничтожаем его войско. Фигово все, ферма потеряна, которая так долго строил. У нее здесь армия копится. Стеночки, кстати, начинают уничтожать, чтоб обзора не было. Ну и здесь теперь раскладываю свои ягуары, потому что на центр карты ехать уже не вариант. Здесь я кречетом пытался порулить. Уничтожил один ягуар и туманчик приехал. Что-то отступить. Все стеночки почти уничтожил мне. Да, все. Кречетами пытался подловить хамелеона разряженный. Потому что уже он достаточно долго пыхтел. Сейчас должен был сесть хамелеон уже. Прям сейчас. Вот он сел, но я не успел. Спрятался за еще один. И тут начинает он строить ферму пушку уже с этой стороны. Как это пробивать, я, конечно, не особо понимал. Тут, по идее, реально надо было половинку отдать в аллигаторы. И просто пройтись по базе. Ну, блин, мои аллигаторы контрятся даже ягуарами. Поэтому я не стал так делать. Плюс меня очень сильно тревожило то, что он просто едет на мой туман насквозь ягуарами. И уничтожает все ягуары. Меня это чуть шокировало, как он так делает. Неужели два ранга разница? Кача так сильно влияет. Короче, решил сидеть от обороны, начал бусить, потому что, ну, реально не верил, что два ранга разницы ягуаров может так сильно влиять, то что его ягуары в походном режиме уничтожают все мои ягуары в разложенном режиме под туманом, а у него яги там по факту без тумана ехали. Короче, странно это очень все. Он написал, что он 4 или 5 бустов синих использовал за этот бой. Вот. Но я вот сейчас начал галдить. Здесь я посмотрел, что где стоит. Сейчас будем бомбить альбатросами. Не предугадал, куда он поедет. Он ехал вот здесь, думал, может он до сюда доедет, но не доехал. Не хватает пятой бомбы очень на альбатросе. А я произвожу здесь барракуды. Решил попробовать с моря его напрячь. Сидеться здесь. Ягуарами как-то с казармами, с пехотой пытаться остановить его армию, а с моря по морю уничтожать. Авиации у него нет, чтобы убить мои барракуды. Флот мы, как видели, у него слабенький, потому что у меня торпедная установка прокачана 40%. И даже его аллигатор она уничтожала спокойно. Готовлюсь я принимать атаку, которая сейчас будет. Потому что уже фулку должно было быть давно. Что мы видим? Атака идет. Ягуары под туманом собираются ехать насквозь опять.
нормально контролирует ягуара, отводит назад некоторые, которые не под туманом. Но вот здесь у нас Gold Boost атака, казармы светят все ягуары, которые там едут. Здесь надо было отменить заказ пехоты, я очень много ресурсов потерял что-то. Накрываем барракудами. Накрываем альбатросами. Короче, уничтожаем все, что тут вы видели. Барракуды пробомбили в центр войска. Альбатросы попали на этот раз. И вот у меня сколько ягуаров осталось. Они дальше едут в походном режиме через всю базу. Вот сколько еще прорвалось. Вот что это за фигня, не понимаю. Противник на синих бустах играл, там 5 бустов использовал. Я на голд атаке с удачным попаданием барракут и альбатросов не смог не пропустить противника на базу к себе. Если бы он ехал на золотой разведке, ему вообще было пофиг, что там по нему стреляет. Что же, это электростанциями? Думаешь, мне это сильно как-то навредит? Ему надо было просто добить мое войско, вот это и все. Хотя не, у меня же кречеты, ему нечем контрить. Кречеты был на моей базе. Диких у него не было. Короче, кое-как я отбился от этой атаки. Потерял очень много всего. Электростанций, ягуаров, хамелеонов. Вообще 4 ягуара осталось. Ну и что дальше? Начиная по морю, сейчас его давить. Высылал разведку стрекоз, которую я сделал, чтобы отбиваться от его ягуаров. На морском ударе золотом начинаем атаку. Так, какой-то пролаг был. Вот пытаюсь уничтожить торпедные установки. В принципе, на синем усте это можно было сделать. Не знаю, зачем голданул, я уже просто хотел бой закончить. Потому что я реально думал после этого момента, что он реально голдит. Что, ну как так-то? Там, не знаю, 7 улучшений ягуара. Они просто в походном режиме едут. Не знаю, как молот все уничтожают. Вот такая тут у меня теперь тактика против тумана. Достаточно прикольная. Пушки, стенки, казармы, пехота до заказ и пачка ягов. И все это дело будет накрывать еще альбатросы. То есть такая прикольная оборонка получается. Здесь у меня аллигатор уничтожает стрекозы, электростанции. Короче, тут надо было просто больше аллигаторов сделать. Отправляю пехоту, посмотреть, что он там едет, не едет. Может, бомбануть его альбатросом надо. Альбатрос отозвал назад. Выставляю обратно казармы, стеночки. Алик очень мощный даже, как-то у меня получается. У него стрекоза вообще некачественная, наверное. Ну да, видимо, потому что у меня ПВО у аллигатора вообще некачественная. А мой алик, он еле бомбит. Ну вот, смотрите. Ядерная ракета уничтожила у меня один хамелеон, одну или две стационарные пушки. И тут ты понимаешь, что сейчас на меня атака пойдет, очень веселая. Едет в атаку. Пехота стоит до последнего. Пытается не пропустить ягуары. У нас еще альбатросы. Уничтожаем один хамелеон минимум. Уничтожаем все ягуары противнику. Короче, такую ферму я еще не строил против сопротивления. В такой ситуации я еще не стоял. Что яги как будто стоковые против фуловых. Уничтожаем ПВОшку барракудами. Ну, короче, все, здесь противник уже сдался на этом моменте. Сейчас он вышел с боя, он просто сдался. Пробивать ему нечем меня. Просто нечем. Я тут даже какое-то время бустил. Хотел узнать, что он там делает. Сейчас подниму подлодку, вижу, что он ничего не производит. Уничтожил ему ядерную ракету. У него была заряжена ядерная ракета. Еще вторая запасная. Ну и все, как бы. Противник просто сдался. Я на золотой разведке даже заехал. Против сдавшегося противника. Такое себе, конечно. Ладно, спасибо всем за просмотр. Всем удачи.